раскачаем. Мы раскачаем. Мы раскачаем. Мы раскачаем. Мы раскачаем. Мексикан и мама. Без причины каникул в стиле латино. Появится кто-то, проходит мимо. Найди свою половину. Время летит. Йонса рекой текила. Новой интриги в поисках любви. Свои шансы оцени. Ты меня бросишь? Нет. Еще меня очень сильно вопрос секса тревожит. Не потому, что я хочу секса, нет. Потому что я уже думаю о том, что ты можешь меня просто кинуть. Что ты мне просто вот так вот даешь, даешь, даешь. А приходит на следующей неделе парень, и ты просто меня кидаешь, сливаешь, как знаешь что. Не для тебя же главное внешность. А если придет парень симпатичный, с прессом? Прессом не значит. Ну, а что? Не знаю, что еще тебе спросить. Меня очень сильно просто волнует то, что у нас нет с тобой секса, у нас нет вот этого. А для меня это означает все. Да, я хочу тебя влюбил. Что в этом плохого? Плохого. То есть ты не видишь, кроме любви, ничего, да? Хорошо. То есть с моей стороны ты не видишь вообще ничего, я так понял. Нет, я... Да или нет? Все вижу. Да или нет? Нет. Не видишь ничего с моей стороны? Нет, я вижу все. Ты чувства видишь мои? Да. И какие они? Топлые, искренние и невозможно настоящие. Возможно. Поэтому... Ну, иди, растягивай этого, возможно, сколько хочешь. Я слабее. Больше я кредитов не даю. Никаких кредитов. Блин, Настя, сегодня тупые вопросы задала. А у тебя были парни мулаты? Я чувствую, что Настя сама хочет. Лично мое мнение. Ну, знаешь, если бы... она тебе дала... Ну, в плане... как бы я могла бы тебе простить, если бы ты с ней переспал. Я же Жуклин пообещал, что не буду с ней спать. Даже когда уходил, он говорит, я тебя прошу, только не спи с ней. А, блин, а ничего, что это была шутка? Я думала, ты и так с ней не будешь спать. Не Нет. только потому, что тебе... У меня сначала было жуткое желание тебя отправить домой. Что она отправила домой Жаклин и еще... Ее за это? Нет. Не знаю, но я... Блин, я же не слепой, черт возьми. Не, понятное дело, что в этом мире тебя все хотят. Да нет, это понятно. Это не об этом. Даже деревья и цветы. Это само собой. Ну да. Просто, блин, ты знаешь, общаешься вот даже на оракуле. Оно прям смотрит, понимаешь? Прям смотрит, вот, да? Реально прям смотрит. Прям смотрит. По-другому даже никак не назвать. Знаешь, можно в каком-то обычном бытовом общении там, да? Ну, а я прям, я очень часто себя ловлю на том, что я чувствую, что на меня смотрит. И порочишь, она смотрит и через какое-то время убирает глаза. Ну, заигрывает с тобой. Ой, ну смотри, зафрендишься. Почему ты меня так мучаешь, скажи мне? Я не мучаю тебя. Это ты, походу, издеваешься надо мной. Приходишь и уходишь. Я ничего плохого тебе не сказала. Я тебе сказала все как есть. Я не представляю, что ты будешь со мной делать дальше. Я уже... Я схожу с ума. От чего? От своей любви. От неразделенности, просто от чувств. От того, что ты меня посылаешь глазами. В то же время, то, что я чувствую, я еще и думаю своими мозгами, я понимаю, что ты просто можешь меня использовать. Гораздо хуже, чем просто
если ты так думаешь. Просто меня хочешь, как ты мне говоришь. Ты просто играешь мне. Не играю я с тобой. Не играю. Это ты можешь со мной играть, что по приезду в Россию сказать, а вы знаете... Тогда внеси ясность. Я спал с Настей. Внеси ясность. Давай и ждать. Слушай, вот когда ты прекратишь это говорить... Нет, стой. Вот когда ты прекратишь это говорить... Давай на объем. А почему неправильно принуждать девушку, давай объем. Но это некрасиво. Такое ты можешь сказать вон проститутке за 1000 рублей. Давай сам. Извини, у меня таких дорогих не было. А мне вот пока ты не отстанешь с этой мысли, пока ты не забудешь ее, тогда у нас все и будет. Что? Я должен забыть о сексе, тогда он будет. Что за галактика такая? Звездные войны. А тебе было бы легче, если бы у меня не было бы здесь на проекте? И сейчас скажи мне, что не было легче. Ты моя мечта. Ты моя мечта. Какого ты говоришь такую ересь? Я реально тебя люблю, дура. Я тебя люблю. Она объелась. В натуре. В натуре. Боль. Еще как боль. Мне очень больно. Ты ошибаешься? Мне очень больно. Ты сомневаешься в том, мне что я тебя люблю? Очень больно ухо. Гораздо больнее, поверь мне, лучше бы мне сейчас, если я тебя убью, чем чувствовать то, что я чувствую. Я тебе сейчас я чувствую одну боль у себя в груди, понимаешь? Никто мне не скажет, погоди, погоди, и да ну, и эту любовь, как и эту ночь, шла прочь. Почему, когда я тебе подхожу и хочу обнять, ты начинаешь глазами искать людей, которые на тебя смотрят? Останемся сегодня. Зачем? Затем, что нам нет смысла продолжать наши отношения. Объясни. У тебя какая-то своя сублимация и понимание наших отношений. Нет секса. Я не. Я за секс. Только за секс. И только в сексе вижу продолжение. Если ты не видишь и хочешь со мной играть, я не хочу. Лучше мы с тобой расстанемся, я пострадаю пару дней и пойму, что да, действительно, эта девочка звезда, у нее там свои поклонники, мужики под 40, у которых лаве. Че несешь-то? Больно! Езди! Езди! А ты че несешь? Ереси, цепись! Ереси, цепись! Ну все тебе прям. Ты не представляешь, как ты мне больно делаешь. Я люблю тебя, ты понимаешь? Ты что? Шея болит. Что? Шея больна. Да я тебя сейчас убью. Я тебя просто сломаю, твою шею, понятно? Ты сдохнешь сейчас здесь. Я сяду, а ты умрешь, и ты больше жизни не увидишь. Ты хочешь? Ты хочешь? Не надо! Хочешь? Нет. Ты хочешь? Не надо! Зато ты умрешь моей девственницей. Ты хочешь? Не надо, пожалуйста, отстань меня! Ты хочешь умереть прямо здесь? Не надо! Не успокойся, пожалуйста! Ну не надо, зачем ты до слез доводишь? Ты не в себе! Иди, я не хочу тебя больше видеть после таких слов. Иди, уйди, пожалуйста, отцепи.
Отцепи меня, пожалуйста, или сделай. Ты что творишь? Ты за что это делаешь? Ты за что так мучаешь меня? Ты за что? Я тебя сейчас убью, реально! Пожалуйста, уйди от меня! Уйди от меня, пожалуйста, уйди от меня! Уйди от тебя! Не хочу тебя! Пожалуйста! Елисей! 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 Успокойся. Отцепи, пожалуйста. Что случилось? Иди, убери руки. Отойди от меня. Просто, просто, просто отойди от меня. Просто случилось? Отойди. Спокойно отойди. Спокойно. Успокойся. Отпусти ее. Хорошо. Настя, пойдем со мной, пожалуйста. Просто пойдем. 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 Пойдем со мной. Успокойся. Тихо. Успокойся. Все хорошо. Все хорошо. Если что случилось? Ты в порядке? Да. Дай водичку. Поругались. Подожди, без эмоций. Что случилось? Что случилось? Она ударила. Дай водичку. Не хочу разговаривать. Настя, он тебя ударил? Настя. Какие-то красные следы. Она, что у меня такое? Кровь пошла из носа. Не, мой... Да, да. Я кричала, чтобы он только отцепил меня. Подожди, так, тихо, тихо. Господи, слава богу, что мои конфликты были при людях. Не во сне. У меня шея, что происходит. Что с ним? Да у тебя нормально. Ты, главное, нормально дышишь, так что все хорошо в этом плане. Пошел он, если ты будешь с ним встречать, то полной дурой вообще. Да я уже об этом говорила. Скажи, вот сейчас, людей несколько есть. Что ты к нему испытывала, испытываешь все это время? Мне он очень нравится. Очень я в него влюбилась, потому что он, наверное, такой пацаненок. 22-летних такого мне никогда не было. С которым было бы весело, с которым можно подраться подушками, пощипаться. Так, таких не было. И мне это зацепило, потому что мне с первого дня, с первой ночи, когда я сюда приехала и разбила пару, мы с ним бесились. И мне не весело, мне смешно, а я маленькая девочка, будто в школьное время. Потому что все мои последние отношения, с кем бы я ни встречалась, я важная персона, и он также, что и не улыбнуться лишний раз, ничего. А сейчас? Сейчас я не знаю, как это простить. Я не знала, как вчера простить за эти слова. Что если ты со мной не переспишь до голосования, я тебя не поддержу. Ну, он дурак. А ты сейчас понимаешь, ты знаешь, что это? Не зря вот эти вопросы там о том, что по-настоящему люблю, не люблю и так далее. Теперь вот я понимаю еще. Мы с Ксюхой сидели и обсуждали о том, что объективно говоря... Может быть, он любит какой-то своей любовью. Вот Джексон и Амина два месяца вместе, да, можно думать о том, слушай, что любовь Женя, и так далее. Но Женя неделя, две недели, еще.
еще что-то. Ну, какая любовь? Либо он просто настолько тебя боготворит, что просто это... Ну... Да. Да, не, ну, это да он это ее вообще ни во что не ставит. Нет, 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 он реально ставит, с ума сходит. Не, не сходит, нет, нет, он реально сходит с ума. Вот, я, вот, я у человека реально не в порядке вот здесь. Он сказал, я просто без ума. Есть, знаешь, это как вере в Бога. Есть люди, которые веруют, которые принимают, что-то делают. А есть люди, которые фанатики. Которые просто с ума сходят. Вот да, вот здесь ситуация фанатик. Здесь ситуация, когда, не знаю, если его чувство искреннее, если его чувство настоящее и так далее, то он фанатик в таком случае. Он безумец. Ну, не знаю, вот. Орать вот такие вещи и говорить такие, и делать такие вещи, это... Это как? Нормально. Ну, вообще, это что-то... Что у тебя на руке? Это его края. Я вот прибежала. А что он с тобой делал? Меня души. А у тебя на голове пилотка. Я зову Женю. Уйди. Амин. Почему, когда я тебе покажу и хочу обнять, ты начинаешь глазами искать людей, которые на тебя смотрят? Марк Цукерберг, 18, работает свой первый миллиард. А я в свои 20 сижу на шее у родителей, ковыряюсь на... Собственно, Елисей. Выйди отсюда, Елисей. Все, я хочу с тобой поговорить. Мне Женю позвать, что ли? Пожалуйста. Елисей, не стоит. Я зову Женю. Да я с ним уже разговаривал. Уйди. Амин. Я буду звать Женю, он не хочет разговаривать. Амин, подожди, Амин. Ну зачем? Он спокойно подходит, он никак на нее. Посмотри на нее. Что за сразу? Давай, Елисей, уйди. Сначала. Да я спокоен. Ну, блин, и Насте надо успокоиться, понимаешь? И тем более, как вас сейчас оставить наедине? Ну. Чего? Какая едина? Я сейчас вам оставлю по наедине. Оставьте, оставьте, как хотите. Просто нет, хочу сказать эти слова. Нет, не останусь с тобой. Не, Елисей, ты можешь объективно говорить, ты можешь попробовать поговорить хочу. Завтра. Я только объективно. Сегодня ты ничего не добьешься, ничего не говоришь, правда. Просто женщина, это с точки зрения нажимания. Вообще никак нельзя трогать, никак. Ни в каких обстоятельствах. Физически нельзя ее трогать вообще. Пусть на неправо уйди. Уйди, пошли, что так угодно сделай, кроме физического. Нет, тем более, когда ты выбывший. Правда. Это вообще, это тебе прощения нет? Серьезно тебе говорю. Я хочу извиниться. Не сейчас. Вон, если что, с Полиной там договоришь, что поменяетесь. Если что, за Вайлом там выйдешь, чтобы остаться. Но окончено. Бьет. Раньше говорю, я думаю, что ты меня просто динамишь, ты меня разводишь, а потом меня бросишь. Я говорю, тебе никто бросать не собирается. Ты играешь со мной, ты не даешь, потому что ты играешь. Я говорю, я не даю тебе по одной простой причине, пока ты не прекратишь требовать. Мы залезем с ним в бассейн, его руки у меня в трусах. Мы ложимся спать, у него руки мои в трусах. Ну не хочу я, не хочу я, когда вот так. Ну да, нет никакого желания, когда ты должна, какого-то, не знаю, приобрел. Если вы сами слышите, что он мне говорит, если я не пересплю до пятницы, он меня не поддержит до голосования. Я не чувствовал ни к одной девушке того, что я чувствую к ней. И прекрасно понимаю, что этот человек не разделяет того, что я хочу ей сказать. Я не хотел ей причинять боль. Это все получилось в перепалке, которая произошла. Да, я сожалею. Я сожалею об этом. Ответь мне, пожалуйста, один вопрос. Это класс. Ты говоришь, что ты убьешь меня и сядешь на 15 лет. Тебе легче станет, что ты меня убьешь? Ты мне шею хотел свернуть. Тебе я хотел сказать только одно, что... Ты если, говорил эти слова? Если ты не будешь моей, ты не станешь ничьей. Ты правда так слушай, думаешь? Слушай, зачем ты говоришь вообще? Вот это... Ну, Андрей. Андрей. Я, может быть, зря. Я сказал это зря. Я готов сейчас пожалеть над тем словами, которые я говорю. А ты не думаешь о том, я что... не думал ни о чем. Ты... Настя, не уходи, пожалуйста. Настя. Настя. Он убить меня хотел, потому что, если я не буду его... Он и сейчас говорит. Он сейчас говорит про всех, что... Он меня убьет. Убить меня хотел, если я не буду его, значит, никому не достанусь. Социально опасен, человек. Социально опасен. Я поражаю просто Вэлл с Полиной там. Чего? Мы его не защищаем, но все-таки он так, такая любовь у него. Что? Серьезно, такой бред говорят? Это цирк, реально, это шапки, которые прыгают там вот, и вот там вот. Все будет, а сейчас будут Настю жалеть? Сейчас или сойдет, они придут к Настю жалеть? По-любому. Нет позиции у людей вообще, нет. Настя, говорю, надо было со мной заселяться. Ты юморист.
будет завтра. Страница 250, 24 страна. Ничего другого не останется, только смириться. Кровь должна пролиться, я должна заточить нож и где-то перерезать собаке глотку. Просто придется смириться, что идут не те люди, которые хотелось бы. Кровь должна пролиться, я должна заточить нож и где-то перерезать собаке. Да, блин, еще одна жертва по несправедливости. Раз уж мы с тобой в паре, я думаю, идет Женя. Раз уж мы с тобой в паре. Слушай, ну ты понимаешь, если бы мы были в паре, у тебя было бы больше вероятность, что могло быть. Конечно, но сейчас, в общем-то, мы, ну как сказать, в глазах общества, да, и той же самой Кристины, мы, в общем-то, не сам понимаешь. Все говорят о том, что начало зарождается. Те слова, которые я говорил сегодня на оракуле, я их, извините, я не всем говорю. Дело еще как бы и в поступках. Ты точно так как бы и с Женей, там, и с Кристиной себя ведешь даже, может быть, активнее, нежели со мной. Ксюш, я всегда так. Эрик, это не важно. Я говорю, что даже активнее, нежели со мной. То есть, дело не в... Понимаешь, а знаешь, вот у меня есть такие вот претензии к тебе. Почему, когда я тебе подхожу, и хочу обнять, ты начинаешь глазами искать людей, которые на тебя смотрят. Давай начнем с того, что когда мы с тобой обнимаемся, это вообще происходит в пределах синей комнаты, когда нас никто не видит. Uh-huh. Это раз, а второе то, что ты ко мне просто не подходишь. А что ты со мной не подойти? Как я не подойти и не повеситься на тебе? Нет. Просто если, понимаешь, ну я не думаю. Ну, я это делаю не потому, что я стремаюсь, там, извините, меня тебя не подходить на общество, а просто, ну. Чешется. Просто я занят, не то, чтобы не вижу в этом необходимости. Да нет, я не знаю, как тебе объяснить. Просто, наверное, на тот момент я считаю, что это неуместно. Жизнь нужно прожить достойно. Мне 20 лет, и я ничего не сделала. Марк Цукерберг 18 заработал свой первый миллиард. А я в свои 20 сижу на шее у родителей и ковыряюсь в носу. Да, я учусь на отлично, я стараюсь. Но разве это весь мой потенциал? Я считаю, что, ну, как минимум, нужно тоже с такими мыслями иногда находиться. А что ты полезного делаешь? Что ты оставишь после себя? Ты говоришь моими делами, Алина. Ты говоришь моими мыслями, моими словами даже. Мы в жизни встречаем людей не просто так. Значит, эти люди пришли в твою жизнь с какой-то миссией. И каждый раз, когда я встречаю каких-то людей, я реально у них учусь чему-то. Вот кто-то там, наверху, очень красиво все делает. Вот когда что-то случается, он, хоп, тебе человека какого-то представляет, вот специально. Если я хочу видеть в человеке только самое лучшее, могу ли я сомневаться? Конечно. Я также сомневалась. Правильно ли выбор сделала? Нет. Я всегда знала, что я правильный выбор сделала. Были моменты, когда я думала, а как Вэл ко мне относится? Ну вот я об этом говорю. Самое страшное, наверное, то, что ты никогда не сможешь проверить. Ну, я не знаю, только, наверное, временем, как к тебе человек относится. Здесь есть два варианта. Либо жертвоприношение. Ты доверяешь, либо ты жертвуешь человеком.